Всем привет, ребят. Ну что, настало время теста нового Талантика на Ронине. Многие просили, я вам говорил, что это не тот герой, которому надо ставить, и мы сейчас это проверим. В общем, вот такое вот выживание 8-8 на Ронине. Как вы знаете, для Ронина топовый Талантик на битву Гильдии именно Ожог, потому что он дает, имеет шанс 50% на неполучение героем любого урона. Плюс Ронин уходит в инвиз, и фактически там на десятке у меня полтора секунды он уязвим. Вот такой вот вариант. Как видите, есть кулдаун 7,5 секунд, что уже не совпадает с нашим талантом, потому что если Ронин появляется на поле боя, он пропадает, потом появляется и с шестой опять пропадает, а тут только на 7,5 срабатывает неуязвимость на 3 секунды, то есть фактически он не попадает в кулдаун вообще никак. Единственное то, что отхиливает дофига. Вот сейчас мы это все проверим, начиная с рейда рунами. Я поставил не утекание, поставил психощит, чтобы еще как-то обезопасить от скилла входящего Ронина. Я вам уже показывал, он у меня с уклонениями. Сейчас вам еще раз его доспех. Ну, троечка, я, честно говоря, не заморачиваюсь пока над чарами. Уклонение плюс жизнь. Вот такая вот сборка. Поехали в рейд. И посмотрим сейчас. Вот его выпустим. У меня сейчас активирован хранитель, как видите, который восстанавливает зеленая фракция. Это именно он. Так, ну что, смотрим за нашим Ронином. Ну все. Вот так вот. Не добежал просто. Ну просто не смог добежать. Потому что его огник убил. Точнее не огник, а некрос. Вот так вот. Поехали еще разок. Следующий вариант. То же самое картина. Запускаем. У меня стоит психощит, ребят, чтобы вы понимали, он дает, кто не знает, плюс 20% к жизни, еще дополнительно дает защиту от скилла, от умения вражеского героя. Смотрим. Вот тут вот, возможно, он еще сейчас зайдет. У меня, правда, вот посмотрите, все. Вот и все. Давайте еще третий разок уже, чтобы уже наверняка проверить это все. Вот опять же есть Фрейя. Ну, тут Афина, давайте кого-то другого и пойдем на другие локации тестить. Рейд это как бы не показатель, но в основном, кто бегает на битве гильдий, через рейды тестирует своих ронинов с ожогами. Вот есть толпа, допустим. Просто ради интереса выпустим в толпу. Сейчас мой ронин появится, и он будет уязвим. Пропал. Опять же пропал. А все потому, что, как я и говорил, герой имеет кулдаун 6 секунд. Каждых 6 секунд пропадает. Появляется, получается, он на шестую пропадает опять. Тут кулдаун, как видите, не совпадает вообще никак. Ну, конечно, будет совпадать. Сейчас мы это потестируем дальше. Поехали дальше. Еще тест. Вот ворожай и стрелок. Как раз именно то, что нам надо. 6 секунд сейчас он появится. Вот видите, да? Теперь для вас показываю тот же самый вариант. Только немножко... ожог. И ставим мы сюда. Но у меня нету утекания. Здесь есть там третья, по-моему. Или пятая даже есть. Я его не распаковывал. И ставим рунку. Рунка урона много не дает. Жизни тоже дает немного. Но она дает неуязвимость на 2 секунды. Плюс восстанавливает 1000 от атаки. Побежали в рейд. Смотрим опять.
Интересно, сколько же он себе восстановит? Ну, тут слили, тут хранитель. Без вариантов, потому что я побежал на хранителя. Это проигрышный вариант сразу же. Надо было скилл не качать. Ищем такую же расстановку, как и было в предыдущих видосах. Так. Чтобы можно было на ком-то зацепиться хорошо. Вот, Анубис, в принципе, Фрейя есть. Лучше, конечно, на стрелка бежать. Ну, тоже сливают. Опять же, рандом. Если у них есть точность, тут будут сливать в любом случае любого Ронина вашего. Так, вот отлично. Вот видите, да, сколько Афина меня раз ударила. Сейчас он отхилится в инвизе. Плюс 196 тысяч был отхил. То есть каждый... Получается, второй инвиз, он будет делать отхил. По сути, так должно быть по-правильному. Вот опять был отхил. Ну, плюс у меня тут еще есть смотритель, который тоже будет давать отхил. Вот если его не убивают, сейчас опять будет плюс 196. То есть, такой вот вариант, да, приемлемый. Он вроде неплохой. 196 тысяч вы отхиливаете в каждом... в своем инвизе. Плюс вы имеете еще там вариант, но пока видите, меня по мне просто миссают. Но Лейма пока еще не видели, чтобы совпал кулдаун. Единственное, было бы еще неплохо протестить против Фрэнки. Но видите, против Афины неплохо. Возможно, вот многие, кто бегали, знают, что и бывает Ронин пропадает, уходит в инвиз, и Афина все равно его добивает. А тут вот такой вариант может быть, что когда он уходит в инвиз, Афина его не может добить, потому что там вот нолики идут. Видели, нолики идут? Хоть она даже попадает, там нули идут. В этом плане, возможно, этот рунами будет очень имбовый. Вот опять 196. Ну, это пятерка, то есть там на семерке, думаю, будет поболее намного. И где-то в районе 250-300 он будет отхиливать себе. Вот нули идут. Поэтому все-таки... исходя даже из того же самого рейда, что мы сейчас видим, лучше всего ставить ожог, так как есть, ничего не менять, уклонение и просто рунами уже добивать, доставлять все остальное. Потому что если вы поставите этот талант, вы видели, сейчас мы опять вернемся, попробуем забежать. Вот наконец-то только Ронина слили, как видите. Ну, то есть такой вот вариант, наверное, самый кайфовый, самый офигенный будет. Не знаю, или лучше, конечно, утекание. Все-таки надо будет тестить еще по поводу отхила на какой-то одной определенной расте. Но исходя из того, что вы видите, поехали обратно, меняем все. Конечно, есть вариант поставить ожог рунами, но у меня он только пятый. И там на семерке там не особо много будет. Сейчас мы найдем пятый. Вот тут всего лишь 9%. Это вообще никак не спасет. Так, ну тут слишком кучно герои стоят. Надо кидать там, где подальше они. Вот, отлично. Можно, конечно, там еще отвлекать их,
Некросов и всех автопрокеров юнитами. Ну, мы просто тестим реальность, то, как оно есть на самом деле. Мне кажется, он сейчас тут их... Вот он просел, смотрим. И тут будет по-любому full отхил. 1700% он на full отхиляет себя в любом случае. Так, стрелка он ушатал. Ну, возможно, такой вариант. Но тут 9% это очень мало. Семерка, когда будет там, я не помню сколько, надо посмотреть. Возможно, там еще будет более-менее как-то интересно. Ну, так, этого ушатали. То есть каждый второй уход у него сразу же отхил. Возможно, это и хорошо. Не знаю. Вот посмотрите, сколько сразу он там себе. Вот 300. Вот это было круто только что. Мы отхилили себе 300 с хреном. Ну, вроде круто. Поехали еще разок протестим на ком-то. Так. Вот отлично, на него мы тоже заходили. Давайте посмотрим. На него как раз мы с ожогом бегали. Против него. Сейчас посмотрим. Ну вот видите, убивают. То есть тут без вариантов. Что там, что там. Возможно, точность. Но все равно вот лучше оставить наоборот. Так. Окей, с этим разобрались. Поехали в подземку. Вот в подземке. В подземке будет, думаю, очень интересно. Давайте все-таки уберем этот ожог. Поставим обратно психощит. Сейчас я гляну, может у меня все-таки завалялось где-то утекание. А, вот и есть пятый сет утекахи. Давайте его распакуем. Если что, попробуем еще с ним. Но это особо не спасет. Так. Поехали. Давайте сначала эту подземочку посмотрим. Так, ну, он себя отхилил, я, честно говоря, не видел, насколько там помешали, но отхилил сразу на фул, это было, конечно, тоже круто. Ну, все, на этом все закончилось. Берем тот же вариант. Только делаем так, потому что у него отхила вообще никакого не будет. Почему я тестирую именно с Фениксом? Потому что это как бы тот питомец, который на нем должен быть всегда. Потому что Ронина в основном сейчас на битву гильдии используют и на некоторые на подземке. Я на подземках тоже буду его тестировать. Поэтому именно вот такая вот сейчас сборка у нас. Вот сейчас даже видно, что они там по нему попадают, но он держится намного лучше. Так, сейчас должен быть отхил, есть. Ну, то есть вот явный вам пример того, что все-таки ожог лучше, а рунами именно ставить этот талантик. Либо утекаху все-таки.
То есть он при каждом входе в винвиз будет себя хилить. Поэтому собирайте руны, а не талант качайте ему. Так. Ну, то есть они его, как видите, не убивают. Еще одно доказательство того, что для него этот новый талант ну никак не катит. Так, окей. Поехали обратно, делаем. Вот давайте такой вот вариант попробуем. Дефный вариант плюс жизнь. Поехали на арену. Ну, на арене мы тут ничего сейчас не сможем сделать. По простой причине, а вот отлично. Он сейчас нас просто оббежит. Ничего себе. Мы практически бурю ушатали, ребята. Нам чуть-чуть не хватило. Так. Поехали в забытую битву. Вот, кстати, Фрэнки есть. Отлично. Вот на Фрэнке сейчас и протестим. А, он слабенький. Сейчас мы скажем им всем до свидания. Ну вот видите, попадают по нему, все равно попадают. Нету нулей, то есть не совпадает. Ничего себе, держится. Все, слился. На хранителя. Да и так, походу, его за... Ну, то есть тут даже смысла нету доказывать и показывать, что талант там имбовый. Ну, не тащит он. Рунами, да, еще согласен, как вариант. Но еще спорно, что лучше все-таки утекание или этот талантик. Ну, этот талантик, конечно, на семерке будет отхиливать круто, но утекание с каждого... удара с руки будет давать отхил. То есть это тоже немало. Тут, конечно, будет хилить там в районе 200 тысяч, пусть 250-300 тысяч будет отхиливать рунами. Но это при каждом входе в инвиз. Возможно, и неплохо будет. Но тут, как видите, не ахти во всех остальных. А в принципе, Ронина мы собираем для битвы гильдий. Поэтому я его еще на битве гильдии потестирую сегодня. И уже вам в следующий видос покажу, стоит ли вообще его качать и рассматривать этот талант для него. Или вообще просто ставить рунами. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, ставьте лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.